В Кызыларде будет построен завод по выпуску стеклопластиковых труб. Для проекта в индустриальной зоне выделен земельный участок площадью 7 гектаров. Стоимость проекта 1,8 миллиардов тенге. Новое производство будет реализовано в рамках программы «Экономика простых вещей». По этой же программе одобрено 97 проектов на сумму 7,6 миллиардов тенге. Стеклопластиковые трубы предназначены для использования в нефтяной сфере. Особенность – в отличие от металлических, они прочнее. Строительство планируется начать в августе. При бурении раньше мы использовали металлические трубы, но срок использования стеклопластиковых вдвое выше, и при транспортировке намного легче. На сегодня в Казахстане не выпускаются такие трубы большого диаметра и высокого давления. Привозят из Китая и России.